Все, друзья, весна уже пришла, тепленько, хорошо, поля подсохли, можно выезжать копать. Выбрались мы с друзьями покопаться по черняхам, вот такое вот замечательное место. Поле было после кукурузы, его в прошлом году перепахали, мы тут были в прошлом году. И вот сейчас заровняли, и мы тут ходим. Всем привет, меня зовут Серега, вы на канале «В поисках золота». Те, у кого кнопочка красненькая, нажимайте, чтобы она стала серенькая. Подписывайтесь на канал, поднимайте статистику. Только вышли в поле, и я сразу же лупанул кладуху. Гляньте. В общем, чья-то закладуха для деда закопали. Вот такая вот. Вот такая вот история, друзья. Кто-то закопал для деда монетки. Сейчас я их перекопаю в другое место. Вот так вот. Ладно. Вот такое вот поле замечательное. Чернозем в перемешку с песком. И тут был чернях. Кто бы мне не говорил, что черняха не было на песке, был, друзья. Был черняг. Буду ходить. Что-то искать. Лян, что там у тебя? Будут какие-то находки. Ты в лесу? Пацаны в лес пошли. Ты в лес зашел? Эй, я на холму. Пацаны пошли в лес, а я шатаюсь на поле. В общем, будут какие-то находки, вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Друзья, а я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Друзья, минуты две прошло с того момента, как я рубанул закладуху деда. Есть первая находочка, сейчас покажу. Смотрите, то, что часто встречается на таких местах, в таких поселениях, фибула практически целая. В общем, не хватает зацепа только для иголки. Находочка. Поле классное. Здоровенная, но пацаны что-то решили пойти в лес. Там Андрюха какую-то находку выкопал интересную по скифам. Я думаю, что они пошли наверняка раскручивать скифов. Ладно, берем эту фибулу. Идем дальше, друзья, смотрите. Я думаю, что еще какие-то находки должны быть. Вот здесь вот, вот сейчас вот фибулу выкопал, друзья. Сделал кружочек, возвращаюсь обратно, и сигнальчик есть. Хороший очень. Думал сначала выкопать, но думаю, сниму онлайн, а вдруг динарик бьет, как динарик. Сейчас глянем. Этикетка с житомирской водки, прикиньте. Но сигнал был хороший, стоило снять онлайн. Все, иду дальше. Друзья, иногда случаются такие какие-то необъяснимые вещи. Только заговорил за скифов. И тут смотрите, что у меня. Я думаю, что это скифская пришивная блямбочка. Тут вот уж какой-то просматривается. Прикиньте, только заговорил за скифов. Вот тебе, пожалуйста.
Ну, это не удивительно, потому что тут и наконечники попадались на этом поле. Но удивительно, что заговорил и нашел. Может, за динарики поговорить. В общем, помою ее. Ой. Помою ее дома. И это. И будет такая чистенькая пришивная скифская блямбочка. Такие находил, похоже. Они больше есть, меньше. Есть лоси. Есть, что там у них еще есть, кабанчики какие-то. Прикольные штуки. Но скифы уже изрядно поднадоели, я вам скажу. Скифы изрядно поднадоели, потому что мы их копали всю зиму. Всю зиму копали скифов. И хочется уже, честно вам скажу, хочется динариков. Еще в этом году ни одного динарика я не нашел. Но думаю, что найду. Поле здесь интересное. Надо ходить искать. Все, друзья, идемте дальше. Есть еще одна находочка, друзья. Смотрите. Фибулка. Спинка. Жалко, не целенькая, но такое пойдет. У меня этих фибул уже дома просто куча. Не знаю, что с ними делать. Может, повыбирать какие-то, отдать на реставрацию, пускай отреставрируют. Ну, такое, в общем, сопутка. Идем дальше, друзья, смотрите. Друзья, шикарный просто был сигнальчик, просто шикарный. Жалею, что я не снял это онлайн. Смотрите сюда. Смотрите-ка сюда. Вот он, вот он. Кто такой? Легенда. Ой, какое состояние классное. Какая-то барышня сидит. И младенец стоит. А здесь у нас Аврелий, по-моему. Не могу понять. Или Комод, или Аврелий. Аврелий. Аврелий, друзья. Марк Ан Аврелий. Класс. Состояние шикарное просто. Серебро высокопробное. Практически не окисляется. Там мне умники писали, что динарики не могут быть в таком состоянии. Могут в таком состоянии быть. Все от серебра зависит. Высокопробное серебро окисляется хуже. Поэтому они вот в таком вот состоянии. Ну и от грунта, соответственно, тоже. Класс, друзья. Класс. Первый. Класс. Первый динарик в этом году. Марк Аврелий. Супер. Просто супер. Еще и такой классный. Обалдеть. Топчусь все в одном месте. Честно говоря, я почему не снял онлайн? Я думал, что это, наверное... Очередная кусок крышки с подводки, потому что я еще два куска выкопал. Супер, друзья, находочка просто огонь. Класс. Еще раз вам его покажу. Вот такой вот он. Красавчик. Надо будет, конечно, его еще почистить дома в лимоночке. Но в целом состояние огонь просто. Все, берем, идем дальше. Я уже доволен. Супер. Интересно, что там пацаны. Кстати, сейчас спрошу у них по рации, что у них там. Пацаны, что у вас там? У меня пусто. У Андрюхи пусто. А у тебя, Тёмыч? Не отвечает, где-то далеко ушли. Кстати, у меня новый костюм, друзья. Купил себе новый костюмчик, вот такой вот. Шикарный, удобный, вообще класс.
Так что теперь мы с обновочкой. Все, берем динарик, идем дальше искать, смотрите. Есть сигнальчик, друзья, на этот раз решил заснять онлайн. Что-то, по-моему, не глубоко лежит. Сейчас глянем. Дробинка. Таких дробинок за день накопаешься, ну не знаю, десятками, наверное. Но бьют такие, как фибула, может быть. Сигнал такой похожий очень. Все, забираем с собой, мусор на поле не оставляем. Забираем, все выносим. Идем дальше. Поле здоровенное, надо ходить. Стараюсь хорошие сигналы снимать онлайн. Что-то есть тут. Друзья, снял онлайн. Супер. Блин, ну я знал, что это динарик. Он так бил хорошо, так четко, классно. Сейчас глянем, кто здесь. Секунду, друзья, сейчас я отключу звук, чтобы не мешал. А то потом на видео он очень мешает. Пи, по-моему. Да. Блин. Еще и пинпоинтер. Ветер какой-то поднялся. Класс. Бляха, что ж за ветер-то такой? Пи, друзья. Антонин Пи. Супер. Второй. Поцарапанный плугами. Ну, хорошо, хоть целый. Супер. Второй, друзья, берем. Сейчас пацанам скажу. Секундочку. Пацаны, у меня второй динарик. Огонь. Огонь. А что у вас там? У меня ничего. Ничего, Андрюха, не сможешь. Все, друзья, сейчас сфоткаю для Инстаграма. Кто не подписан на Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Ссылочки все есть в описании под этим видео. Сигнальчик, друзья, снимаем онлайн. Кусок гильзы. Идем дальше. Еще сигнал, друзья. Сейчас ногой грунт снял.
Опять кусок какого-то кованого железа. Но бил в цвет. Все, дальше идем, друзья. Еще сигнальчик, друзья. Хороший такой, высокий, 91-92. Еще один динарик, друзья, портал открылся, но это, по-моему, какая-то сгоревшая печалька. Сейчас звук выключу. Блин, сгоревший. Ой-ой-ой, жалко, капец. Как жалко. Одна прическа осталась вот сверху. Чуть-чуть видно. Лохматый какой-то был, кучерявый дядька. Блин, жалко. Да. Печалька. Но пойдет в лом серебро. В общем. Но бил очень высоко, 92-94. Интересно. Высокопробное серебро, наверное. Жаль. Очень жаль, что он горевший. Все, идем дальше, друзья. Смотрите. Сигнальчик есть, друзья. Вот так вот лучше. Сейчас посмотрим, что здесь. Дробинка какая-то стопудово. Капсуль с мелкашки. Прикол какой-то. Ладно, идем дальше. Друзья, лайфхак от Тёмыча. Он идет, а лопата сзади за ним ползет по полю. Вот там я третьего выкопал, Тёмыч. Здесь? Да. Черняга какая-то, да? Да. Берите на вооружение, чтобы в руках не носить. Вот смотри, вот первый веточка стоит, вот второй, а там вот третий. В одну линию? Ну, практически, да. Идем дальше копать, друзья. Погодка сегодня шикарная, солнышко светит, тепленько, хорошо. Ветерочек так немножечко продувает. Ну, в общем, супер. Коляныч наш где-то пропал, на связь не выходит. Думаю, или рация у него села, или, скорее всего, он далеко ушел. Все, идем дальше копать. Друзья, настроение замечательное. Погодка отличная просто. Портал у меня сегодня открылся. Смотрите находочку. Отковырял я его руками. Сигнал был четкий, хороший. Не глубоко лежал. И очередной динарий. Кто такой? Сейчас посмотрим. Пий. Еще один. Пий. Этот уже немножко запачканный, конечно. Но не страшно. Хороший, отмочится дома, будет в идеальном состоянии. Такой немножко затертый все-таки. Но четвертый, друзья. Четвертый. Класс. Это просто класс. Портал открылся. Сейчас пацанам скажу.
Тёмыч, прием. Прием. Тёмыч, четвертый. 4,5 ты хотел сказать. 4 с четвертиной даже. Красавчик. Я еще четвертинку нашел, но не снимал вам там ничего интересного, просто кусочек обломанного динария. Ой, класс. Вот это я открыл сезон по черняхам. Супер просто. Супер. У пацанов ни одного динарика. Андрюха что-то нашел интересное по скифам. Мы потом обязательно посмотрим его находочку. Все, иду дальше, друзья. Плохой был сигнал, очень плохой. Ребята, у меня находочка. Кусочек серебряной спинки с фибулы глубоко лежала. Сигнал был очень плохой, но такие сигналы я копаю, в общем. И в этот раз тоже не зря. Находочка. Прикольно. Может, какие-то части от нее где-то валяются. Небольшая была, кстати, вот уже она здесь заканчивалась. Здесь была уже пружинка и иголка. Ну, такое приятненько. Кусочек серебра. Супер. Пацанам сейчас скажу. Тёмыч, у меня спинка с фибулы серебряная. Красавчик, давай. Тёмыч пришел ко мне, что-то покрутился и опять где-то шуранул в дальние дали. Чё ему тут не ходится? Не знаю. Идем дальше, друзья, искать. Еще солнышко высоко у нас. Поэтому я думаю, что мы еще покопаем. Все, погнали. Генерация села, он тут рядом. У него скифская такая бляшка большая. О, Коляныч нашел какую-то большую скифскую бляшку. Очень интересно. Потом посмотрим, что они там вообще понаходили. Там Андрюха что-то нашел. Ладно, идем дальше, друзья. Смотрите. Андрюха ко мне пришел. Передай привет подписчикам. У меня находочка есть, друзья. Смотрите. Спиночка с фибулы выскочила. Ну, вот такая вот. Супер. У Андрюхи, кстати, есть классные находки. Мы потом подойдем, посмотрим. Все, идем дальше, друзья. Такое редко бывает, друзья, на поле никого. Пацаны мои куда-то поразбегались в разведке. А, вон Тёмыча вижу. Есть находочка. Выкопал, выбросил. Вот лежит спиночка с фибулы. Вот такая. Хожу я, выхаживаю, в общем, рядочками вперед-назад. Туда почти до конца дохожу и обратно метров, ну, 40 туда где-то. Начал с того края поля и продвигаюсь сюда. Вот это вот у меня здесь находка была, потом вот там, вот, где палочки торчат, там повтыкался я, чтобы ориентироваться как-то. Солнышко уже потихонечку садится. Так что я думаю, долго ходить не будем. Скоро уже будем собираться доехать домой. Все, берем. Идем дальше. Как говорила моя бабушка, не наївсь, то и не налижешься. Хотя я сегодня наївся. В общем, друзья, заканчиваем мы коп. Идем к машине. Нам где-то, ну, без малого километр к машине шагать. Дороги сюда, к этому полю, нету. Поэтому приходится идти пешком. Коляныч тащит обратно пакет с едой, которую мы не доели. В общем, вот смотрите. Все, пацаны все уже на выход. В общем, шагать нам еще и шагать. Я уже накопался. Ну, на славу, я вам скажу. У меня сегодня коп удался. Сейчас дойдем до машины, соберем все находки в кучу. Я вам покажу вкратце,
расскажу. Коляныч несколько нашел вещей по скифам. Они в разведку ходили по ручью. Андрюха нашел по скифам. А я откопался по Риму. Коляныч, что там? Что там у Андрюхи? Советы. Я думал, наконечник скифский. Здесь на выходе все наконечники выиграли. Да, тут Вадик тоже нашел наконечник на выходе. В общем, сейчас дойдем до машины, друзья. Покажу вам наши находочки. Что ты говоришь, Колян, там? Сейчас подожди. Тёмыч. Что там, Андрю? О! Андрюхины находочки. Билончик 20 копеек. Билончик. Какой там год? 25-й? Да. Прикольно. Билончик еще 10 копеек. Вот это? Да. А вот Тёмыч. Ага, может быть. Да, точно. Временное окончание в позолоте русевое. Прикольно. А это что? Лапа тигра, говоришь, да? Лапа зверя. Класс, вообще крутяцкая находка. Сейчас тебе покажу ее. Лапа зверя? Угу. Я такую находил. Раз, два, Тёмыч, три, четыре. Ну, как-то ну, 6 пальцев тут у зверя. Ну так, да, ну, да, чё? Но это... Такой зверь. Оно. Да? Шестипалый. Оно? Сейчас я найду ее. Колян, тут 6 пальцев. Да так оно и там он скидывал еще всякие по ней. А, вот они. Ну это похоже, это не оно. А, видишь, ну, вот это я... лапы. Ну, сейчас я покажу такая, видишь, это имитация. Вот, похожая. А сейчас я покажу, я нашел почти такая же, один в один. Сейчас где-то она. Это он скидывал, это красава. Что-то я не знаю. Ну сейчас прикольно. Да, ну, блин, это скифы же, да? Да. Ну, а, вот, видишь они? Вот. Стиль такой же, а сейчас тебе покажу, что я нашел. Почти один в один. Вот это имитация руки, вот видишь, стилизованная. Вот они тоже так делали. Угу. Вот оно тоже похоже. Вот видишь, вот низ вот такой вид. Вот. Видишь, у них низ, где оно вот заканчивается вот такими штучками. Угу. Типа как рука имитация, вот видишь. Угу. А сверху идет лапа зверя. Сейчас я, что я нашел. Где-то он мне скидывал. Это... Это какая-то чесалка. Крокозябра-чесалка, да? Это чесалка, блядь, крокозябра. Ее никто до сих пор определить не я, может. Я, кстати, тоже такую нашел. Это одна из первых моих находок. Чесалку? Вот такая вот, да, клешня. Охренеть. И... А где нету, Тёмыч? Вот такую ты нашел? Вот такое что-то похожее, такая клешня. А ну скинь ее, потому что я не могу, но никто не может идентифицировать. Так ее тоже и тогда никто не может. Ну шо, Колян, что ты а где она, Тёмыч? Я что-то не могу. Ладно, ищи. Классная у Андрюхи находка. Коляныч ее идентифицировал как лапа зверя. Ого. Да, ну, вот, Коляныч? Не, ну специалисты, это не я. Это там, фахивцы. Фахивцы? А где она, Тёмыч? Смотри. Сейчас найдем. А это так, ладно, пока они там ищут, я вам покажу, что мне тут удалось сегодня понаходить. В общем, накопал я сапутки, кучу фибул всяких разных. Вот это вот серебряная. 4 динарика, 4-й, правда, конечно, печалька. Кусочек вот еще. И скифская пришивная блямбочка. Вот такие у меня находки, друзья. Я сегодня нормально откопался. Да, Коляныч, нормально я откопался сегодня. Лучший. Я лучший. Колян говорит, что я лучший. Капачу. А что ты нашел, Коляныч? О, Коляныч. Так ты тоже понаходил? Ой, как жалко. Блин, я вообще вынял, блядь, хотел закапывать, блядь. Расстроился. Колян, дети нас смотрят. Лучше не находить, блин. Лучше не находить, да, жалко, блин, капец. О, крестичек. Слушай, Колян, ну ты тоже. Динаричек он лежит. Накосник псевдовитой. Еще один. Это, ну, кстати, очень непонятно, что это. Это может быть и серьга какая-то скифская. Да, не думаю, такая толстая. Ну, большая дырка в ухе была. Это писани нигер. Вот. Вот это писани нигер? Писани нигер. Сохран немножко. Подкачал, да? Ну, такое, да. Это тоже что-то. Шумящая подвеска, да? Ну, Тёмыч там... Ну, такое, накопал. Тёмыч, а ты что нашел? Я ничего показывать, одни обломки. Я понял. Вот такие вот находки, друзья.
Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, всем пока!